Всем привет, с вами я, сегодня с нами Матвей. И сегодня они будут проводить 24 часа на кровати. В самом любимом месте для всех людей. Поэтому нам повезло. Вам будут всякие еще челленджи, и с этим вам не повезло. Ну что ж, раз, два, три, челлендж начался. Так, вы пока сидите, ну, а я пойду за... Это считается, что ты выбываешь. Окей, а если на это? Если на это считается, что ты не выбываешь. Так, снимайте камеру, снимайте тут друг друга, а я пойду челлендж готовить. Так, на, его поснимай пока. Так, что ты хочешь нам сказать? Ничего я не хочу вам сказать. Так, ну ладно, ребят, поскольку я сегодня не оператор и никто, и сегодня с нами гости. И вот комната. А у меня есть отличная идея, как можно выбраться. Камера на меня. Наказание будет вот так вот сделать, вот так отжаться 20 раз. А вот мне это легко. А как это именно мы сделаем? Ну, тот, кто проиграет в челлендже, тот это и будет делать. Смотри, давай я это вот сейчас сделаю. Вот так берешь и вот так. Понял? Изи, так, давай. Наказание я сюда поставлю, не надо. А вот приз я вам принесу потом. Он очень огромный, и вот, может быть, я кого-то позову, или я его одна отпущу. Ну, я пойду за чем? Шарик. Блин, шарик — это наша последняя надежда. Хотя нет, табуретка. Табуретка. Ребятки. Сядьте на кровать. Встаньте вот так вот, как Матвей, встаньте. Встаньте на кровать. Просто встаньте. И вот у нас есть такая вот форма лица. Повторите так, как он стоит. Ой, сейчас я его поставлю, вы должны повторить, так как он стоит. Давайте. Можно? Сниму. Вставай. Так, посмотрим. Вот как они стоят, сейчас посмотрим. Так. Кто ж похож? И в этом челлендже выигрывает... Никто. Ой, Василиса. Потому что у нее был открыт рот, похоже, как у него. И она стояла вообще похожа. Так, на, держи камеру, я тебе несу приз. А ты, Матвей, сейчас тебе дам гантель. А приз — это шоколадка, да? Нет, не шоколадка. Это еще лучше. Только вот тот, кто его заслужил, его приз ему можно трогать. А вот тебе, например, нельзя ее отстрелить. Это что, облегчение челленджа, да? Можно так сказать. И ты его можешь положить вот так и встать на него, на пол. Сейчас покажу. А Матвей, это халтурка. Так, Алина, вот такой вот приз у нас, единорог. Вот ты можешь его вот поставить вот так на пол и встать на него. Ладно, тебе тоже, Матвей, тебе ладно тоже разрешается брать приз. Вам можно вставать на него, что хотите с ним делать? Пошли быстрее. Так, а я пока яйцо сберу. На, камеру. Так, но если вы зайдете за дверь, все, вы выбыли. Понятно? Мила, на камеру, ты покажешь, какой челлендж. Сейчас, я соберу это. Так. Матвей, давай. Давайте пока что их чуть-чуть посчитаем. А с камерой докоснуться до пола? То это тоже считается, ты выбываешь. Нормально у вас все? Не беситесь. Хорошо, мам. Да, просто нас иногда проверяют родители, так что на это не обращайте внимания. Так, давай своего единорога. Это мой единорог, я его выиграла. Так, все, Матвея чуть-чуть можно его трогать, а вот
Василисе можно его вообще, когда хочешь. Так, ребята, не забывайте, вот следующее наказание, вот сними меня, я вам покажу, какое будет. Нужно как-нибудь вот на нем пропрыгать, не докасаясь до пола. Представляете, как это? Вот так, что ли? Это невозможно. И так нужно пропрыгать два раза. Вот, например, сейчас я вам покажу пример. Не получается. Это очень сложно. Так что старайтесь выиграть челленджи. А сейчас я вам принесу сюрприз. Смотри, я поснимаю. Или кого-то поснимаю. Так. Что у нас? Милан! Может сбежать тоже. Так. Ты же мне поможешь сбежать, да? Да. Смотри, приз мы будем использовать для побега на стол. Да? Мне кажется, приз не шоколадка. Ребятки, а? Я придумала, какое у вас будет не усложнение, вот это наказание, как вы знаете, а вот сюрприз вам будет. Вы можете поиграть в свой телефон. Который у меня разлежен. А который у меня есть. Могу тебе поделиться. Ну, в принципе, я тебе могу свой дать. Два следующих из будет шоколадка. Шоколадка? А я хочу себе гулькового шоколада. Так, Светлана, давайте наказание будет горький шоколад. А вот... Я постараюсь проиграть, мой любимый горький шоколад. А вот подарок будет, можно наступать на пол только 5 минут. Тогда надо будет выиграть лучше шоколад горький. Не, оставляем. Или можно прыгать. Но если вы зайдете за эту дверь, вы выбываете. Ну, понятно? Так. Только мне можно выходить. Давай за эту дверь. Давай будет это, лис, обычный шоколад. А это наказание горький. Ну, давай. А в следующем раунде будет наказание тоже горький шоколад. А... Блин, да почему вы только наманите меня на горький? А не наказание будет... А вот в следующем раунде будет тоже наказание горький шоколад. А подарок в следующем раунде будет... Можно наступать на пол. Но я вам усложню, будет 3 минуты можно только наступать на пол. Можно же прыгать, но опять же повторяю. Зайдете за эту дверь, вы выбываете. Поняли? Да. Вот, и я пойду готовить. На, камеру ты снимешь, какой у нас будет. Так, пойдем за челленджем. Так, сейчас мы идем за челленджем. Нужно придумать, какой же у них будет челлендж. О, я придумала, у нас есть штучки. Может быть, у них будет челлендж. Вот, возьмем Матвею 2 сушки. Ой, это 3. И Василисе 2 сушки. И они должны будут попасть ими в... Не обращайте внимания на это срать. Вот в этот вот шарик. Ну что ж, несем челлендж. Так, я уже принесла челлендж. Так, покажи. Так, ладно, даю тебе последнюю попытку. Если ты будешь... Если ты будешь... Так, ребята, я вижу, вам весело. Я сейчас... Все. Все. Вам капец будет. Вот этот челлендж, это вообще не просто. Вот кто проиграет, тому горький шоколад. Вот так вот. Итак, ребятки... Да, мам. Да. У нас есть миска вот эта вот. Я ее ставлю вот сюда. Вот. Поснимайте меня. В чем прикол? Хорошо, поснимайте меня. Давай я поснимаю. А прикол в чем? Вот я ее ставлю сюда. У каждого есть по 2 сушки. Каждого будет по 2 сушки. И кто больше в эту корзину из кровати забросит сюда сушек, не с единорога, а с кровати. Кто-то выиграет. Светлый шоколад? Да, светлый. А кто проиграет, тому... Так, все, единорога забираю. А мне надо не стараться. Эй! Шоколад, если мне... Просто на... Эй! Ты чё?
Если мне выпадет годик, я тебе дам, а ты мне сладкий. Хорошо. И что у вас за план? Какой план? Сейчас ну, мы просто обменяемся. Обменять призами можно? Обменяться призами? Нет. Ну, а если ты проиграешь? Ну, если я выиграю, я не люблю сладкий шоколад. Я могу ему отдать, а он не горький? Да, можешь. Только вот у вас есть 3 раза поменяться. Вот первый будет сейчас. Ну что ж, сейчас принесу горький и сладкий шоколад. Хотя давайте сладкий шоколад вместо вот подарка будет не сладкий шоколад, а... Мажи не разрушится. Сейчас, приду. Так, давай я засниму, какой подарок будет. Хорошо. Так, идем за подарком. Так. А зачем я сюда? А, точно, за подарком пришли. А подарок будет вот этот мусик. Да ладно, не мусик. Так. А подарок будет... Что же можно... Единорог? Ну, было уже, блин. Может, какую-нибудь игрушку мягкую? Хотя, кажется, придумала. Будет вот такой вот сквишек. О-о-о-о. Отсюда поставим приз. Так, вот. Снимай. Матвей, слезь, сейчас будет чем? Енота заведись. Ты будешь отсюда кидать? Да. Так. Держи тебе сушки, чтоб ты кидал. Я победил. Так, сдавай камеру, вот я тебе сушки сюда положу. Я вот. Тут по-любому победю. Так. И вот давайте, я сейчас... Буду побеждать тебя. Смотрите, встаньте на кровать. И я буду вот так вот делать, вы будете меняться и на кого пасть. Покажет тот и вам. Ну, Матвей, ну я ж тебе давала шанс. Нет, все. Иди обратно. Так, ладно, посними его. Я тебе сейчас единорога дам. Ну, что ты попытки свои мучишь? Ну, что ты делаешь тут? Ну, это же мой единорог. Да ладно, ничего страшного. Ты мне его отдашь, да? Да, да. Давай, вставай на единорога. А мне зачем? Ну, чтобы туда пройти зачем? Так, ладно, насчитал. А у меня сережки. Так. Так, ребят, читалочка. Энки-бэнки, эльбэ-бэнки, энки-бэнки-бас. Вышел пузатый матрас. Ты первый кидаешь? А нет, на меня нужно было выбрать. Так, ладно. Матра. Больше нет, ладно, на меня. Гласная одна не переносится. Это переносит и... А гласная тоже. Так. Так, давайте. Эники, бэники, ели, вареники, эники, бэники, бац. Вышел пузатый матрас. Так, Матвей кидает. Давайте его заснимем. Давай. Вот в это вот. Опа-на. Давай теперь ты кидай. Ну, сейчас дам. Подожди, не кидай. Так, блин, мне кажется, горький шоколад принесли. А мы поменяем. Нет, стой, мы, кажется, наказание поменяли. А, нет, горький шоколад наказание. Ну, посмотрим, может быть, вам двоим достанется горький шоколад. Так, давай, кидай. Снимается? Да, нормально все. Да, все нормально. Давай. Смотрим. Так. Мне кажется, ты сейчас проиграешь. Ну, вам двоим горький шоколад. Ты мне... Стоп, можно я переиграю? Нет, пожалуйста. Ты же мне отдашь свой шоколад. Ура! Ну, у вас есть 3 раза обмен. Ну, или просто все одному. Ну, я иду за горький шоколад. Что, давай так, я Давай обратно ко мне. Крыса. Хочешь как-нибудь?
хочу как-нибудь. Так, ребят. Классно. Конечно, классно, но челлендж здесь, конечно. Зачем ты берешь эту? Да, я в секунду тогда не пошла. Блин, а у меня все прям. Все. Все ушло. Дайте одну сушку кину, чтобы поела. Нет. Ну, говори мы что. Мы просто говорим. Нам. Ты ей будешь все отдавать? Ей все отдавать. Так, хорошо, на. Так, вот он случай. Так, у нас тут уже грязно после челленджа. Горячий сладкий шоколад. Надо выигрывать челленджи. Так, не плачь. Следующий челлендж будет со сладким шоколадом. Иди на кровать. Тогда будет и наказание. Каждый раз будет наказание и горький шоколад. И подарок тоже будет горький шоколад. А у вас еще два раза обмен или одному человеку. Так, на кровать иди. Ну, хорошо, договорились, все будет горький шоколад. Везде. Давай. Так, Слана, ты... Я так не перелезал никак. Ну, как ты залезал, так и перелезай. Так, Слана, у тебя есть шанс наступить один раз на пол. А, я его сохраняю. Хорошо. У меня что есть? У тебя есть уже 5 раз, потому что Матвей уже сколько раз наступил? Ну, много наступил. Вот сейчас у тебя есть 5 раз, а у Матвея 1 раз, потому что он 4 наступил. А сейчас еще ему 1 шанс. Так, держи. Так, стоп, подписчики. Я вижу, вы не поставили еще лайки. Спускайтесь, посмотрите. Так, съем. Видимо, еще подписка. Так, вы пока развлекайтесь, а я после челленджа уберу. Так, ты тогда покажи, что ты будешь подготавливать, ребята. Да, пока спустись там вниз, вот это все. Ну ладно, потом. На, Милан, камеру. Так, покушать вам хотите? Нет. Не-не-не. Так, слушай, подержи камеру, я сейчас... А, ну ладно. Так, идем за новым челленджем, нужно придумать новый челлендж. Кися, подскажи, чем? Ну ладно. Вообще не поняла, что она сказала. Надеюсь, она этого не слышала. О, я придумала. Вот у нас есть такая формочка. Ой-ой-ой. Так. Вот. Я выиграл, я последний. Всем пока! Всем пока!